Эй, дуба, с вами Хуба-Буба. Сегодня мы продолжаем с вами играть в Бенди Dark Revival. Вот. Тут, короче, лежит чубрик наш. Вот. Ну, в принципе, там же, где мы останавливались в прошлой серии. И нам надо искать картины. Если бы я понял, сколько я картин этих уже нашел, я бы стал миллиардером. Но я не стал миллиардером. Вот. Ну и ладно, фиг с ним. И нам надо сейчас пробраться туда наверх. Потому что в прошлый раз мы... из-за своей любознательности упали оттуда. Кстати, сюда еще можно. Но пока сюда не пойдем, сюда пойдем. Вот, нам надо вот сюда. А, тут тоже какой-то проход. А, ну да, и вот здесь наверху. Мы здесь наверху. И вот тут вот есть переход. Или что это? А, ну офигенно, мы просто вышли оттуда. Обманка, обманули нас. Заскамили. О, тут что? Тут бендик с монетками лежит. Ну и туда не пойти. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Как говорится, нам и не надо. Нам надо теперь вернуться опять в эту долбанную вентиляционную шахту, потому что по ней передвигаться капец как долго. И ползти на самый верх. Вон тут, туда, обратно. Тут же... Так, тут отсюда, да, мы пришли, значит, нам вот сюда. Какое долгое же реально перемещение в этих шахтах. Вентиляционных я... Того все вот это самое, да? Но ничего... Слушайте, прикольно. Прикольно вы придумали. Возвращаемся обратно. Потому что там было пусто. Не было ничего. Круто. Так. Ладно, короче, тогда... Пролезаем вот тут и идем дальше изучать. Вот еще одна картина. Собирай. О, чернильный демон уже сюда идет. А, ты чё, дебил, блядь? Ебанутый придурок. Ты зачем пугаешь-то так? Дэц. Смерть только... Смерти только начинаются. Ну капец. Ну блин, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо за такой хороший совет. Или это не совет? Да я не знаю. Так. Короче, уже не тратим время на там, на вентиляцию. Сразу идем сюда, собираем вот эту вот картинку. Так. Быстренько. Быстренько все исследуем, все заберем. И валим. Да я пытался свалить. Ты каким фигом меня сквозь стену вообще задать? Ты придурок. Взял меня сквозь стену замочил. Не, ну вообще прикольно. Так-то. Нифига это не прикольно. Не прикольно, когда тебя сквозь стены бьют. Вторая игра, сквозь которой сквозь стены бьют. Да что это такое? Сначала вот в этом все, что ей надо от Рождества, это ты. Теперь еще и вот в этой игре бьют сквозь стены. Можно, пожалуйста, больше так не делать, короче. Сваливаем. Сюда. О, исчез, он исчез. Чё за фигня? Вентиляция где-то ползет или чё? Где этот чернильный дурачок? Тут только прятаться. Ну, насколько мы знаем, от чернильного демона фиг спрячешься, поэтому бежим. Просто бежим. А куда бежать-то?
Откуда мы пришли и куда нам надо? Ох уж эти головоломки, блин. На, получай. Так, возьмем батареечный корпус. Да ты, блин, да там пройти нельзя было, да? О. А, нет. Я думал, он пропал. Да ну это вообще, ну как так? Ну-ка, ну-ка, алё. Хватит, пожалуйста, таким заниматься делом. Ты понимаешь, мне надо картину собирать, ты мне мешаешь. Бегаешь за мной, ты тупая, вонючая курага. Да ну... Вы чё, серьёзно? Отсюда? Ой, боже. Ладно. Мы хотя бы знаем, что теперь надо делать. Вентиляция. Дурачок этот ваш чертик. Дурачок. Мы его вообще вот так вот, вот так вот, вот так вот. Оп-оп-оп. Бам, ба-бам. И все. И не будет этого вашего чернильного демона. Который, блин, перемещается, и его не видно, как он перемещается. Где он вообще находится? Как я тут оказался? Ай, блин, не туда пошел. Не туда немножечко. Надо. Тут, тут вот тут, тут дверь сломать. Вентиляция есть. Ага, короче, берем картину и прячемся в вентиляцию, но вот эта дверь, как в нее попасть? Понятно, через вентиляцию. Ну тогда берем и бежим, пока чернильный демон ты меня не поймаешь. Вот, я же сказал, не поймает. Ой, что тут? Что это тут? Обменять. Батарейный кейс. Ну, нет, пока не надо. Пока что нам это не надо. Вот, не особо нуждаемся для того, чтобы вот это вот сделать. Там рубильничек есть, тогда... Ну, если что, потом к нему проберемся. Пока давайте вот идти сюда. Свет моргает. Психопат. Потому что нам, как я понял, надо в ту комнатку пробраться. О. Звуки напряженные. Это чернильный демон где-то тут, что ли, или что? Коробки нет, ничего. Так. Это мы куда пришли? А, ну вот нам надо... Нет, нам надо не сюда. Где я вообще сейчас нахожусь? Я не особо понимаю. Тут. Тут, да, тут ничего нет, тут монетки. Все, понятно, короче, мы вернулись обратно. Вентиляция какая-то странная. Как тогда туда попасть? Вот сюда. Вон там есть вентиляция, но... Где искать вентиляцию туда? Ну там последняя картина. Ага. Фига запрятали. Фиг найдешь. Ну ладно, хоть бы мы нашли, нашли куда идти.
Забираемся. Так, пока картину, короче, не будем забирать. Потому что я уверен, это чернильное чертило придет за мной. Я сейчас залагаю игру. А, нет, все хорошо. Я сейчас, короче, сделаю сейв гейм на вот сюда, на вот этот вот слот. Заберу картину и спрячу сюда. Проканает? Он меня же не найдет тут. Нет, не найдет, хорошо. Повезло нам. И что дальше? Собрали мы 5 картин. 5 же? Здесь 5. Потому что я не помню, в какой серии мы собрали. Тут где-нибудь написано? Можно где-нибудь написать, сколько мы картин собрали? Это... А, вот. Нет, это утка. Ладно, фиг с ним. Сюда нам не пройти. Тут батарейка, перезарядка. И что ж, и куда нам тогда? Там мы забрали картину. Тут мы забрали картину. Вот тут забрали картину. Там забрали картину. Ну и все. Где-то еще должна быть. По-моему, я 5 собрал. Я, если честно, не помню. Давайте батарейный отсек. Ну вот эта вот батареечная штучка. Тут что-нибудь есть? Тут ничего нет. Нет, ты хорош на призывные звуки эти делать. Ты вообще тебе что делать нечем, заняться нечем. Иди и работай, а не пугай людей. Ты чернильный демон, ты можешь на утренниках выступать. Бенди все любят, ты можешь выступать реально на утренниках и кайфовать, зарабатывать бабки, а ты сидишь, охотишься тут за каким-то главным героем, не зная даже свою истинную цель. Чё это, а это спрятаться? На! Генткарт это эти тайники, нам они не нужны, мы пока покупим ресурсы. Выход. Ну вот это выход. Но он нифига не выход. Мы когда по одной вентиляции ползли, мы видели то, что там этот. То, что там есть рубильничек. А вот как теперь к нему попасть? Потому что вентиляции тут две. И больше... Ну, именно тут две, вот, как бы. И они ведутся никуда, обе. А вот еще там вентиляция. Одна ведет туда наверх, вторая ведет туда наверх. Ну, вы понимаете же, да? Надеюсь, что да. А вот... Как попасть именно туда, к рубильнику? Это для меня большая загадка. Ну-ка. Этот чернилка демон, он тут до сих пор где-то ходит, лазит. Вернемся-ка в эту шахту. Пока вентиляционно. Тут, да, тут сверху ничего нет. Отвали. А, так. Боже, я дурак, слепой. Ты чернилка, демон, отстань от меня. Слушай. Сейвинг, да, автосейв сделался. И у нас теперь тут открыто. А, ну мы перед этими. Ну-ка.
Да, все, все собрали. Ты чё? Ты чё, дурак? Я, меня аж развернуло от этого. Я ему тут картины все понасобирал, а он этот... Бить меня собрался. Пытался. Ой, психопаты тут одни в этом вашем чернильном мире. О. Хавчик получить можно. За 5 центов. О. Прожектор. Это бендик. А если у нас есть такая спецспособность, которая дамажит чернилок, если их этот дотронуться, почему мы не можем до этого чернильного демона тупо дотронуться, чтобы он этот, ну как бы того, повыви стекло. Прячься? Куда прячься? Да не ори ты, чернилка тупой. Глупый чернилка. Тебе не поможет то, что ты орешь. Надо какую-то последовательность сделать этих слайдиков. Ага, короче, смотрите. Четвертый, это он пришел к цветочку, вот идет мимо него. Вот, то есть 4 это. А-а-а! Я понял! Вот, смотрите, вот этот вот проектор. Он показывает то, что вырвал. Вот так и. Посмотрел и убежал. Вырвал, посмотрел и убежал. Понятно, короче. Вот, посмотрел, есть. Теперь нам надо... Так он на пчелы убежает. Убегает. И вырвал. Ну все. 1-3-5, что не так? Что-то должно было сделаться или что? Вырвал, посмотрел, убежал. Все как там нарисовано. А, это пароль. Неправильно. Давайте попробуем 3-1-5. 3-1-5. Неправильно. Ты чё, офигел? Ну-ка. Вот он его вырвал. Вот он потом посмотрел и побежал. Вырвал, посмотрел и убежал. Ну так и я и сделал. А, нет. Подождите. Вот, 2-3-5. Там с пчелой. А, надо было без пчелы. 2-3-5. 2-3-5. Все. Так. На всякий случай я сделаю сейф. Тут нету ничего. Тут эти чернилки. Тут эти два кентика, два другана, братана. О. Так, пока я туда не пойду, потому что тут вот еще есть. Ты же не будешь нападать? Нет. О. Так, что тут у нас? О. Куда, Хайд? Сюда. Прятались по-бырому, по-бырому, по-бырому. Нормально, нормально, нормально. Меня тут не найдет.
Этого чернилку демона его вообще нигде не... Пропал. Пропал. Этот чертяка пропал. Теперь надо не только от чернильного демона прятаться. Я же сказал вам. Не к добру это. То, что он пропал. Открывай. Чё надо? Открывай давай. Не хочет открываться. И куда мне? Ком с Эхилом. Ну, приди, поздоровайся. Я сказал ему привет. Он мне сказал, иди отсюда. Я и ушел. А дальше что? Да от него ничего нет. Тут тоже внутри ничего нет. Че, назад надо вернуться? Да. Ты дурак! Ты дурак! Психопат! Взял и сбил меня. Хватит пугать меня, вонючка! Уйди! Сигнализации повключал. Ну и куда мне? О! Там этот ходит. Простой дурачок. Не простой, не удубин. И он не один тут. Они возродились. Стали бить мне лицо. Так, дайте еды, пожалуйста. Спасибо. За 5 центов получили 3 еды. Дурак. Чё, куда? Куда? Сюда нельзя. Где-то что-то открылось новое. Ну-ка, здесь что? Это не хочу. Там страшно. Тут у нас. А, все. Понятно. Но надо было уже найти способ, как перебраться. Ладно, тут. Сюда тогда пойдем. Идем сюда. Чё? Никто не нападает. Музыка заиграла. Да что за лаги такие? Хватит сломать игру. Чё делать? Куда идти? Я пытаюсь самый назад вернуться. А вряд ли это надо делать. Да... Ну, лагает иногда. Извините, это не моя проблема. Это какие-то микро... Какие-то лютые фризы в игре. Не оптимизировали. Не оптимизировали. Вот, вот эти дурачки бегают. Какой чернильный демон? Мне куда от него прятаться? Я от него даже не спрятался, я от него убежал тупо. Прикольно. От него, то есть, можно убежать. Не спрятаться, а убежать. Чё, сюда надо? Куда идти-то? Пауза. Пауза. Search animation. Lang to upper. Прикольные цели. Мне нравится, когда мне такие цели дают. Без каких-либо объяснений. Я не знаю, я вообще правильно бегу или нет. Тут на пути вот эти вот дурачки.
Может, это так и должно быть, то, что они тут на пути. Звуки устрашающие есть. Вот еще один дурачок тут. Я сейчас с начала игры вернусь сам, и мне никто не скажет, правильно я ли делаю или нет. Вы меня обмануть пытаетесь или что? Ну вот тут на пути все больше и больше этих дуралеев чернильных. Значит, правильно, если они есть, значит, правильно идем. Правда, мы не поднимаемся наверх, а спускаемся вниз. Но это не суть. Не суть. Наверное, так было задумано. Ну вот. Там и начало вернулся. И что дальше? И зачем я сюда вернулся? Непонятно, ничего не понятно. Да! Прикольно, я назад возвращался. Короче, оказывается, надо было просто вот сюда обратно вернуться, но оно не работало. Оно не работало. Возможно, это я баг какой-то словил удивительный. Ну и ладно, фиг с ним. Короче, ладно, давайте тут бегать, изучать все дальше, дальше, дальше. Это просто пол локации уже все оббежал. Ну, короче, да. Хорошо. Тут вообще какая-то дичь полная. Тут этот дурак прыгает. Чернильный демон иногда приходит. Он теперь не после картины приходит, а когда захочет. Ну, типа, он приходит не по скрипту, а когда захочет, когда ему это будет угодно. Найти путь. Чё? Сюда нажать надо? О, и вправду. А чё делается? Понял. А точно так надо было? Да. Правда. Ну все, пошлите вперед. С этим чубриком, который убежал. Только что от нас. Упала труба. Это проделки чернильного демона, я в этом уверен. И что, нам больше не вернуться назад? Круто вы придумали, разработчики, круто. Только тупо. Круто, но тупо. Потому что да. Это кто такой? Ты человек. О, привет. Да, я ищу путь отсюда. Ты застрял тут? Да, он, походу, застрял. And I'm afraid that means, well, you're stuck too. Can't you move? Not an inch. Perhaps you could get me unstuck? I'll see what I can do. Ну давайте поможем ему, раз он застрял. О! Короче, как я понял, надо за ним. Полетели! Давай, прыгай. Опа. Пролетели вниз куда-то. О, мы вернулись сюда. Адри, да, меня зовут Адри. Ему не понравилось моё имя, и он решил меня назвать Бабби. Прикольно, ты тип. Он мне новую способность какую-то дал.
It's passed on. Now you can move like me. Я теперь могу двигаться как он, в смысле? Телепорт дали. Пока, пока. Я уже забыл, как его зовут. Ну, короче, теперь мы можем телепортироваться. Прикольно. О, да. О, да. Вот он и часа, дизонеры с трубой и телепортами. И зачем мы сюда? Мы ж тут были уже когда-то. Прикольно. Ну, короче, надо теперь точно возвращаться назад и телепортироваться сквозь ту. Ну, раз это будет сокращать на время время прохождения, тогда будем его использовать. Даже еще чернильные чубрики. Да что такое с игрой-то? Он тут открыл что-то. Calls, guys. А, goals. Что значит goals? Короче, нам надо туда. Понятно. Employed. Шкафчики работников. Поизучать можно. Хорошо. Лут. Лут. Замолкни, пожалуйста, ты чернильная тварь. Он вообще, он какой-то псих. У меня раздражать начинает уже. У меня аж от него голова. Бум-бум-бум. Он психопат. Сэндвич. Не, крутые шкафчики, крутые. Пока в них ничего полезного я не нашел. Ну зачем я сюда тогда пришел? О. Ладно. Нашли еду. Еду, пару монеток и все, это максимум. Тут у нас. Тут еще больше шкафчиков. Ладно, фикси, мне их лень лутать. И куда? Security lock. Неправильно пароль. Ну ладно, короче. Фиг с ним. Как-то пофиг. Потому что нам на самом деле не сюда надо. Поэтому возвращаемся самый назад. И телепортируемся сквозь ту пропасть, сквозь которую нам надо было. Оп, поехали. А-а-а. Здесь нужна заряженная. Вот это вот дженпайп. Прикольно, прикольно. Ну ладно, я тогда сейчас буду лутать все ящики. Это не очень интересно, поэтому я вернусь к вам позже. Короче, код был 215. Вот, я его нашел вот... Вот в этом ящике, вот он. Просто ходил, лутал и повезло. Повезло, не так долго, короче. Вот, меньше вырезать придется. Go to Gent Upgrade Station. Ну ладно, пока тут лут вот этот вот пособираем. Вот она какая-то Upgrade Station. Тут батареек дофига, неплохо. Вообще тут дофига всего. Походу нам нужно будет много для этой прокачки ресурсов. Ну окей, давай апгрейдим. А, ну вот, у нас как раз все вровень. Прикольно. Ой-ой-ой, получили, получили. У нас теперь эта труба заряжена. У нас же этот... А, нет, у нас еще есть ресурсы. Все, прикольно. Чё это? Ага, сюда батарейку. И заряжаем. Все, у нас теперь труба электрическая. А теперь надо просто подойти и шандрахнуть ее. А, нет, он лок. Оп, вставили. И заработало все. Прикольно. Жалко то, что бою никак не используется. А нам ее не надо как-нибудь перезаряжать там или
Ну-ка. А, походу, надо. А как понять то, что зарядов немало? Походу, дело никак. Ну, окей. Дура. У меня теперь труба прокачана. Ты же вообще совсем сейчас поляжешь, что? Вы все сейчас тут поляжете, у меня труба крутая. Дурачки, дуралеи. Я их за два удара теряю. А может быть это просто эти слабенькие. По-моему, игра какая-то слишком громкая стала. Но не важно, короче, просто бежим. Эти отвязались? Не отвязались. Этот уже другой. И вот он, ладно, он с таким же ударом. С таким же количеством ударов нокается. А вот с вами я не хочу иметь никаких дел. До свидания. Не могу во время боя. Во время боя нельзя. Какой бой? Ага. Прикольно. Боя нет, но нам нужна все равно заряженная полностью труба. И где мне зарядить ее? А еще у меня хпшек мало. И вот был трой, вот он третий. А где заряжать-то? Вот эти, карточку. Карточку соберем вот тут. Нам раздали бесплатно, почему бы не воспользоваться? Правильно же говорю? Правильно. Так, сейчас еды понакупим, чтобы восстановиться. Еще батареек. Не, ну не говорите, потому что мне надо возвращаться туда-обратно и как бы заряжать. Потому что если это так, то это будет, ну, как бы, этот, странно. Потому что каждый раз туда возвращаться и заряжать. Это эксченджер. У нас же есть эти, этот. А, понял. Они, короче, теперь разбросаны. Их. Я, оказывается, их просто не замечал, но... Хорошо. Заряжаем ее заново. Короче, одна вот такая фигня. Это одна дверь. А, ну и вон, все, теперь видно, как понять, заряжено оно или нет. Там вон, желтеньким должно гореть, слева. И вот, да, у нее полностью заряд кончился. Потому что она теперь не горит. Вот. Ну и ладно. Так, сейчас, короче... Твое приключение закончится, если ты это самый, да... Темное королевство. Ну что-то он там это говорит, какой-то трёп бесполезный. Его озвучили как-то странно. Найти новый путь до лифта. Понятно. Ну, в принципе, и на этой ноте мы и будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Пока.